Для обеспечения безопасности воспитанников в этом детском саду установлена современная система наружного и внутреннего видеонаблюдения. Все помещения сказки отвечают требованиям санитарных норм пожарной безопасности. Здесь имеются все условия для развития творческих и музыкальных способностей, любознательности и активизации двигательной активности воспитанников. Имеются два зала – музыкальный и спортивный, экологический центр. На территории детского сада выделены два участка для проведения с детьми опытов по выращиванию растений. Играми и общей физической подготовкой дети смогут заниматься на двух спортивных площадках. Зимой на одной площадке будет каток для обучения детей катанию на коньках. По периметру территории планируется проложить лыжню.